5 сентября 2021 рік, і Орешка представляє, і всіх приветствую, дорогі, отель Мальта, в воскресенье, неділя. Всіх вітаю і бажаю гарного відпочинку. Или роботи. Хто працює по вихідним? Я думаю, що є і такі. Ну що, сонечко, сонечко, затока Бугас, появляється сонечко. Радует наш глаз. Тепленькое, не жаркое, теплое. А так уже прохладные вечера. Утром, ночью особенно прохладно. Ну и спокойствие, тишина в отеле Мальта. Бутлакская коса. Есть отдыхающие, немного отдыхающих. Кто в комнатках, кто на свежем воздухе, кто собирается на прогулку, на экскурсию, возможно. Ну, я так отхожу потихоньку от похода, от путешествия, которое вы можете посмотреть. Онлайн-режим был до почти Затокского моста, там не сложилось, там уже надо по трассе выходить. Оттуда там камнями не пройдешь, запрещено, санаторий, частные территории, как обычно. Поэтому надо было выходить на трассу и по трассе там уже шлепать до моста. Поэтому вернулся, прогулялся, показал видео, смотрите. Ну и там спрашивали насчет чата, там в онлайн-режиме сообщения ваши остаются, смотрите, зайдите в видео и там чат, есть чат. Откройте чат и сообщения все есть. Да, приятно, что были. Много сообщений, интересные сообщения. Из Николаева Виктор, так я по памяти уже только что я просматривал. Да, интересные. К сожалению, мне сложно было их увидеть, солнышко на экран попадало, поэтому сложно было увидеть эти сообщения. И я уже только их сейчас могу обработать и посмотреть. Ну вот, потеплело намного, так где-то к утру было попрохладней. Окунулся, температура морской воды 17-18 градусов. Так, я оцениваю. Даже где-то в воде, ну где-то воздух и температура морской воды выровнялись, сравнялись. Поэтому одинаково. Ну, единственное, что здесь ветерок у нас на суше и кажется, что попрохладней. Суши. Пробежался, отличная обстановка. Планирую еще побыть немного здесь, так как раз позаниматься, потренироваться, ну, и где-то побыть немного в тишине. Все-таки лето, сезон, шум, громкая музыка, а вечеринки также все проходят в режиме нон-стоп, без выходных. Так что кто здесь рядом еще на отдыхе, пожалуйста, бар-ресторан работает, пиво, мороженое, пирожное, пиццы, также все, возможно, пиццу заказывайте и отдыхайте. С 21 до 23 все в таком же прежнем режиме, все, пожалуйста. Море волнуется, сейчас подойду поближе. Морское волнение до 2 баллов. Скромно. Вчера ребята пробовали, забрасывали спиннинг. Есть рыбка небольшая, около 10 штучек ставритки здесь у берега на спиннинг, так что есть. Я сегодня попробовал, побросал спиннинг, но сегодня не сложилось. Чуть побольше волна, мутновато море, где-то чуть так не сложилось рыба. И по машинам так видно, что немного машин, все же выходные. Отдыхающие еще будут, так вот.
Ну, на сентябрь, я думаю. Все по погоде, конечно. Все зависит от погоды. А у природы нет плохой погоды. Палатки есть, я пробегался. Палаток около 5-6 даже так где-то. С этой позиции попробую показать. Нижней, не верхней. Так, там подальше еще есть. Вот так закутанные. Я думаю, так на одну ночь многие на выходные. Обзоры будут морские, пожалуйста, подключайтесь, смотрите. Ну и всем хорошего морского настроения. День предпринимателя сегодня, а так я поздравляю бизнесменов, предпринимателей с праздником и желаю всего-всего хорошего. Подписывайтесь, смотрите, получайте удовольствие. И солнышко так где-то, да, прячется, появляется. Комфортная, чудесная морская погода. Бабье лето. Максим дома, Аленка. Ребята, вам привет. Ну, кто желает приехать еще, возможно, Александр, настоящий полковник, и Петя, Пригорницкий, Олежка. Ребята, пожалуйста, и можно будет вместе также отправиться домой. Аривидерчи, гудбай, ауфидерзейн, до побачення, Орешка на связи. Счастливо.